Здравствуйте, товарищи. Сегодня фигуристы завершают свой олимпийский турнир и последними его заканчивают женщины. Они исполнят произвольную композицию. Сейчас идет разминка. Мы увидим с вами то, чем богато фигурное катание женское сегодня. Увидим мощные прыжки, вот как сейчас у Мидори Ито, у японской фигуристки. Увидим, естественно, женственность и артистичность в исполнении спортсменок. А каким было фигурное катание на заре своего развития? Вот сейчас мы покажем вам пленку, которую любезно нам предоставило французское телевидение. На ней вы увидите выступление знаменитой Сони Хэни, норвежской спортсменки, трехкратной олимпийской чемпионки, десятикратной чемпионки мира. Ее называли феей журналисты того времени. Действительно, ее пластика, грациозность были неподражаемы, считались неповторимыми. Ну, те из вас, кто фигурное катание наблюдает уже давно, наверное, запомнили эту фигуристку по ее карьере в кино. Она долгое время снималась в Голливуде, и на экранах нашей страны шел фильм, где она играла главную роль, называется он «Серенада солнечной долины». Ну вот, а сегодня, какое оно, фигурное катание сегодня, мы увидим с вами, когда спортсменки будут исполнять свою произвольную композицию. И, естественно, что главное внимание к тем, кто будет претендовать на медали. Я сказал о том, что трехкратная олимпийская чемпионка Соня Хэни никому больше не удавалось выиграть 3 медали и даже 2 медали. Но вот сегодня одна из участниц имеет такую возможность. Вы поняли, конечно, что речь идет о Катарине Витт из ГДР. Она выиграла Олимпийские игры в Сараеве и сегодня близка к тому, чтобы повторить свой успех здесь, на льду Калгари.